служебная машина, положенная мне как заместителю председателя Государственной Думы, с этой лампой, выданной мне постановлением правительства Российской Федерации. Я ничего не просил. Поэтому все, кто где-то узнают что-то, что у меня, вот у меня только это, служебная, круглосуточная, да, но я не пользуюсь ней ночью я сплю спокойно, потому что днем я не совершаю никаких мероприятий. БМВ, выпущенная Калининградским заводом. Модель немецкая, завод Калининградский. Раз навсегда, это запомните все. БМВ. Другой не знаю. Нет другой. Все. Все, всем спасибо.